Сегодня будем снимать ремонт электровелосипеда. Фишка в том, что кнопочка вот эта ударился, она разлетелась и замкнула. И моторчик он и теперь только дергается. Вот так. Такие звуки издает. И, короче, проблема. Надеюсь, будет возможность починить. Уже это не первый случай. Второй, так что я думаю, проблем не будет. Так что это сегодня будет самое полезное видео. Даже если не починим, все равно выложу. Сначала думал не выкладывать. Все равно будет какая-то польза. Может, пользуюсь мотором уже больше 3 лет. 500 ваттный. Ну, тяжелый. Месяцок поездил без мотора. Такой пушинка стал велосипед. Все, на этаж его легче заносить было. Вот аккумулятор. 36 вольт. Вот сейчас будем его разбирать. Кстати, советую всем. Велосипед с мотором. Я же по прямой смысла не вижу мотор иметь. А вот когда у нас гористая поверхность, конечно, лучше с мотором. Быстрее получается. Особенно зимой. Зимой так вообще труба. Крышка мотора. Сейчас попробуем снять крышку. Тут, кстати, даже маркировка есть на моторе. Вот такая. И тут идут с одной стороны, с другой стороны. СУС. Здесь. Маркировка. Вот эти надо все открутить. Все болтики сняты. Теперь надо тихонечко снять эту крышку. Она железная, там все магнитное, поэтому она не очень-то поддается. Но будем пробовать. Мастер сказал. Так как обычно, никто видео до конца не досматривает. Так что заранее ставьте лайки, подписывайтесь. И если проблема с колесом, и если видео даст добро, если положительный будет результат, то если такая же поломка произойдет, можете смело брать это видео и идти к мастеру. Ну, мне можете донатить, если что. Если что, расчет еще. Сейчас. Все. Карточку дам. Тяжелая работа молотком. Идет. Так, как он там выходит? Да. Мастер снимает крышку. Вот крышка поддается. Кстати, видно, вот на видео будет. Я не знаю, есть ли такие видео в сети. Ну, может быть, кто-то уже это делал. Наверняка. Я даже не смотрел специально, чтобы не печалиться. Сейчас, кстати, появились. Если не получится, придется тогда покупать новый мотор. Я не знаю. Копить и потом брать 750 ваттный, что ли, взять. Будет на 0,5 килограмма тяжелее. Так это реально мотор тяжелый, конечно. 7 кг вместе с аккумулятором он дает весу лишнего. Так, может подеть снизу? Здесь. Так, как видите, резина шипованная, летняя, ой, зимняя. Круглый год. В принципе, я об этом уже говорил. Ну, судя по поисковику, когда я смотрю на канале просмотры, там можно посмотреть, откуда заходили. И люди по поиску находят электровелосипед. Не знаю. У меня только одно видео есть. Это ручка газа, распаковка. Ну как-то там 80% просмотров было именно по поиску электровелосипеда. Чего они там смотрели? Сейчас действительно можно будет искать. Вот так. Хотел даже стрим сделать, но, конечно, я не люблю это со стеклом передачу. Стрим тут как бы неуместен. Так было бы, конечно. В прямом эфире все бы болели, переживали. Все мои 75 подписчиков и случайные зрители. Так. Случайные зрители. Не поддается. Вот. Так. Надо эту херню. В защитный слой здесь снят. Ты что, будешь снять? Тоже будешь снимать пробу? А как мы еще крышку-то снимем? У меня очень мощный здесь обод. Вот такой рекомендую. И покрышка Continental. Это первый сезон на ней езжу. Там у меня есть одна покрышка, на которой 4-й сезон. Но она сейчас на другом колесе, который я без мотора на переднем ставил. Вот месяц на нем катался. Да. Чего там? Ну, если увидишь, вон провода порваты. А в чем они порвались?
Не знаю, наверное, ты так аккуратно и катаешься. Если бы не порваны были, как я... Так ты же говорил, что тогда это самое, что-то случилось, потому что тогда-то этого не было. Вот этого не было. Было. Когда последний раз ремонтировали. Защиту поставил. Тут у меня магнитик стоит для спидометра. Тут еще один. Ну, я что-то не снял с второго. Да что, скорость в два раза больше казалась. Да нет, они видишь, на разных расстояниях он видит только один магнит. Так интересно, почему у меня разные покрышки? Вот это у меня... Это тоже, хотя нет, это не должно быть старый-то. Или может я по цене искал, может это дешево было. Может ты их покупал вообще в разное время? Я не помню, ну скорее всего. Да, наверное, в разное время покупал. Того у меня три зимние покрышки. Ну ладно, реально, 4 сезона спахало, 4 сезон почти. Блин, раньше она как-то попроще снималась. Итак, почти стрим у нас получается. Такой непрямой фильм. Что-то мне полезное пришло. Я уже дело не снимал. Если, конечно, починится, выложу быстро видео. Если не починится, то буду ходить очень грустный. И выложу, скорее всего, на следующих выходных. Так. Так, сейчас, да, видео идет. Вот, крышка. Кстати, здесь смазка сохранилась. Смотри на подшипник. Еще четко здесь. Вот такой мотор. Здесь какая-то гравировка. Что-то даже написано. Какие-то размеры. 9 на 605 65L. Проводочки. Тут раз какую деталь меняли? Покажи. Ну, это надо этот самый мотор вытаскивать. Еще мотор придется вытаскивать. Здесь даже гравировки тут стоят такие. 27. Что означает цифра 27? Что означает за XZ? Что это значит? Это означает XZ. Ну а почему? А буква L? Ну они переписывали английский алфавит и... Чего? И на это колесо вот эти только буквы остались, да? Да, на остальных колесах по-другому. Ну здорово. Ну вот, сейчас так. Попытка... Самая тяжелая. Снимет. Попытка вытащить вот эту штуковину. Так. Она тяжелая. Зверь машина. Всем рекомендую. Может даже сделаю ссылку на мотор подобный. Так что, если хотите купить, переходите по ссылке. Кстати, пользуйтесь кэшбэком. У меня будет тоже ссылку дам в описании. Полезная вещь, реально. И проценты идут за покупку товара. У меня уже тоже начисляется. Теперь тоже пользуюсь. Кстати, да. Теперь, когда какой-то товар покупаю, захожу через программку, и у меня получается деньги появляются. Их, правда, снять можно будет, когда накопится $10, и когда товар дойдет до адресата. Да, подтверждена будет покупка, то что человек, это мало ли деньги вернуться, скажет, не хочу. Так, чуть-чуть вылезло на одну треть. Не сломай ничего. Так, 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 так. Кстати, можете зайти на канал моих детей. Ссылка будет тоже в описании. У них уже там 5 подписчиков есть. Детям покажете, как надо играть в Майнкрафт. Там я выложил несколько наших совместных мультфильмов. Майнкрафтовских тоже. На них просмотр есть. Там штук по 20 устал. Да. Ну, мастер устал. Проблемы исправились. Вот он. Фух. Силе, конечно, пришлось приложить несколько. Вот. Это после ремонта, видимо, осталось. Короче, надо так вот. Вверх-вниз, вверх-вниз. Чтобы они магнитики. И вытаскивать потихонечку. Ну, я, честно говоря, запарился. Когда вытаскивал, с этой стороны нет таких вот маркировок. Смотрите, как качественно сделан.
Даже несмотря на то, что китайцы. Смотри, молодцы. Там у них какой-то новый вид мотора появился. Уже вместе с аккумулятором. Там, короче, сам мотор, сюда цепляется аккумулятор. Но только на переднее колесо. Советую всем брать заднее, конечно. Потому что в лифт можно въехать. Поставить на ДБ и можно ехать с ним в лифте. Чтобы переднее не поднять. По крайней мере, это много усилий занимает. Ну, это такое вот оно. На вид маленькое, но тяжелое. Интересно, вот если 700 или 1000 ваттный покупать. У нас в Мурманске есть человек, которого 1000 ваттный мотор. Может, их несколько таких? Вот с одними в 100 часов. Я говорю, ну, какая у тебя скорость обычно? На какой скорости едешь? Он говорит, что больше... Так, снял штучку. Больше 85 не рискнул. Потому что реально. Так, вот штучка, которая тут раз полетела. Видимо, вот эту. Такую. Мастер тогда менял ее на из вентилятора. Выпаял и поставил. Тут их 3 таких. Должно быть. Оно как троллейбус такое действие. Ладно? Гудил уже. Ушка. Вот так вот я езжу. Я не знаю, почему-то провода тут порезаны. Сейчас мастер их спаяет. Ну там вот вообще оголенные почему-то. Почему она голая? Ну потому что кто-то очень хорошо. Та зелененькая толстая. Который очень хорошо ездит. То все ржавое. Потому что вот так вот она у тебя обтерлась. Ай-яй-яй-яй. Может из-за этого? Может не из-за кнопки? Хотя кнопка тоже разлетелась. После кнопки, после залета кнопки такое получилось. Ладно, сейчас будет производственная пайка. Да? Зато здесь все качественно. Вот здесь так. Если бы оно было еще такое... Как бы здесь... Защита была бы получше, было бы лучше. А это что такое? Что это за липучка? Ну, типа клей. Клей такой. Так, изоляция провода. Провода не болтает. Ай, потом все равно скотчем запытаем, да? Мы, о, смотрите, как здорово. Все чинно. Вот так вот работают профессионалы. Если что, обращайтесь. Ну, примерно так. Понятно? Правда, он перепаял. Сейчас вот это ободок этот он будет плавиться. Некоторые за лентой заматывают. Типа меня. А тут он что-то только не придумает. О, здорово. Что, она плавится, прижимается. Сокращается, да? Правильно сказал? Правильно, правильно. Ай, ты меня обжигаешь. Это штуковина, это фен. Да? Вот такая красота получилась. А что значит золотые руки? Так, сейчас самый важный момент. Пойдем вставлять этот магнитик. Посмотрим, что у нас получится. Получится ли вообще? Ну, надеюсь, что получится. Так, мотор на месте. Вошел он очень быстро. Только вставили, сразу он примагнитился. Так, что сейчас будем делать? Ну, крышку завинчивать. А, проверять? Или... Ну, а как мы проверим без крышки? Ладно, сейчас завинтим крышку. Так, восстановление проводов проблемы не решило. Вот нажимаю я крышку газа. Что-то там трынькает, и все. Придется опять его снимать, раскручивать. Вчерашняя халява не получилась. Провода спаяли, сделали, ничего не заработало. Пришлось разбирать обратно. В общем, фигня в том, что сгорел датчик холла. Датчик холла такая хрень, которая реагирует на магнитное поле. Можно его взять быстро, скажем так, из подручных материалов. Это обычный вентилятор. Покупаете самые дешевые, но они разные, надо смотреть на распайку, где плюс, где минус. Датчики холла соединяются все вместе, плюсы и минусы. Ну и соответственно выходной идет дальше.
как он себя проявляет. Здесь я уже его спаял. Берем магнит, подносим, напряжение изменяется. Собственно, на тех так же само показать сейчас не могу, достаточно неудобно туда будет пролезать. Вот, идем дальше. Он больше по размерам, чем те, которые там сидят. Посадочное место маленькое, соответственно, придется его увеличить. Берем микродрель с фрезой и со словами «пилите, шкурочка, пилите, она золотая», начинаем работать. Посадочное место готово. Теперь будем все оккультуривать и заклеивать. Залил датчик суперклеем, провода подтянул, по питанию на датчик поставил сопротивление 20 Ом. Теперь осталось все это закрутить в колесо. Так, после... Попробовали, работает? Вот так выглядит. Как это называется-то? Приспособление. Потом схему. Появились дополнительные покажем. Детали, от которых пытались избавиться вначале, поэтому не работало. Тут микросхемки новенькие появились. Из вентилятора. Из вентилятора, да? Да. Просто купить два дешевых самых вентилятора за 110-140 рублей. Вот. Прошло испытание, но пришлось вытащить, потому что забыли прокладки вставить железные. Да, не ожидали, что будут работать. Да. Кстати, может, прокладки вам так не будет жужжать. После когда вставили, включили, он так и стал жужжать сильнее, чем раньше. Это уже второй ремонт. После первого он так стал жужжать немножко сильнее, а сейчас еще сильнее. После третьего, четвертого вообще будет, наверное, как трактор. Это как за окном сейчас едет. Будет машина дорогу уступать. Как я на моторчике катался, глушитель снимал, там такой шум был. Вот, сейчас. О, сейчас вставим ее. А, ну да, уже как она быстро падает, да? Ты снимал? В смысле? А, нет. Сейчас он... Подожди, мы эти самые это ставим. Да, вот он с одной стороны, с этой стороны, с этой стороны потом уже. Так, вот. Сейчас на... Ну. О! Хлопок такой. Да. Все, будем закрывать. Данный момент. Первое включение после ремонта. И... Ну. Поехал! Как троллейбус. Да, вот стал он более шумно. О, как шестит. Вот результат. Сейчас еще покажем схему. И будем заканчивать. Окончательная схема доработанная, так сказать. Не доработанная. Ну, там все равно. Смысл ясен. Починить можно, в принципе. Особенно, если человек этим занимается. Детали не влезли, которые. Смысл не ясен. Потому что ему благодарим, он заработал. Потому что по этой схеме он как раз и не работал. А что за детали были? Мосфет был. Не мосфет ни о чем не говорит. Название такое. Все, на сим я прощаюсь. Ставьте лайки, если вам понравилось. Тогда еще можно. Вот доработанная схема. Последний вариант. Благодаря которой лесопед катается. Надеюсь, прокатается еще очень-очень долго. Если мотор. Велосипед-то я не знаю, сколько он прокатается. Велосипед самый дешевый. Уже. Чисто от велосипеда осталась только рама. Остальное все уже давно поменено. Даже вилка. Ну и руль остался. Ну руль, ладно. Что это менять? Я даже вилку и ту сломал. Ну все. Ставьте лайки.